прежде чем начинать мариновать огурцы, я всегда посмотрю на календарь. Должен быть вот такой заветный значок. Молодой месяц, растущая луна. И огурцы, поставленные именно вот в это время, бывают самые удачные. Сегодня мариную огурцы. Начинаю всю эту процедуру с банок. Принесла из подвала, вот в этом тазике, налила чистой водопроводной воды, вымыла их содой, мочалочкой и несколько раз ополоснула. Но я слишком не усердствую, потому что сейчас они, вот так я их переверну, вода немножко стечет, и я их отправлю в духовку. Духовку я поставлю температуру 120-130 градусов. Не буду отходить и буду наблюдать. Как только баночки просохнут, я ее отключу. И сама пойду собирать огурцы. Собираю огурцы для маринования. В моей теплице уже присутствует паутинный клещ. И поэтому на огурцах возможен налет. Собрала огурцы. Переложила их вот так в воду и буду мыть каждый огурчик мочалкой, мочалка новая. Вот так у меня они будут лежать в чашке, а потом я еще пару раз ополосну. Если нахожу вот такой огурчик, например, я выброшу его, конечно, не буду класть заготовку. Огурцы чистые, пересыпаю в кастрюлю. Закрываем крышкой и идем в дом. А дома у меня греется вода. Она почти закипела. Я почистила чеснок и сорвала перец. Помыла перец. И немножко опущу в кипяточек. Пробланшировать. Сюда же опускаю всю приправу. Вода закипела, и я заливаю приготовленные огурчики этим кипятком. Вот именно из-за этой процедуры я вам и рассказываю этот способ, потому что это очень удобно. Теперь закрою крышкой. Закрою крышкой, потом закрою одеялом, покрывалом. Все хорошо укутаю, и дальше будем делать. Вот так я укутала кастрюлю со своими огурчиками. Пусть они прогреваются. Стоит у меня кастрюля на табуретке, чтобы потом вот здесь на столе удобно было раскладывать огурчики по банкам. А пока приправу нужно разложить. Вот она уже у меня почти готова. 12 банок. Разложу все это не спеша. Но сначала поставлю кипятить воду, чтобы приготовить рассол. Вот сейчас я буду измерять, сколько мне нужно. 12 литров, 12 банок у меня литровых. Это примерно нужно 6 литров рассола. Но я сделаю 7. Рецепт у меня самый простой. 1 столовая ложка сахара на литр воды и 2 столовые ложки соли. И немножко про перец хочу уточнить, как я его делаю. Перец острый у меня. Нужно хотя бы на одну руку надеть перчатку, чтобы разрезать его и удалить все семена. Потому что в семенах очень много остроты. И если положим только на дно банки, то вот на дне банки будут огурцы острые. А в середине и в начале не будет острой остроты, это чувствуется. Поэтому я раскладываю вот такие маленькие полосками режу и раскладываю их в 3-4 места в банке. На дно, в серединке, там еще где-то по краю. Или можно кинуть в рассол, это еще лучше. Ну а чеснок я вот так режу пополам или просто надрезаю, чтобы он как-то лучше передал свой аромат.
Рассол у меня уже закипает. И я открыла свои огурчики. Видите, они даже немножко поменяли цвет. И когда вы будете укладывать банки, вы сразу поймете преимущество этого способа. Они такие податливые, так легко укладываются. Сейчас я быстренько все разложу и буду заливать. Добавлю еще немножко приправы. Ну вот так. Огурчики уже разложены в банках. Получилось у меня 10 баночек, потому что я же не взвешивала. Но те банки я сделаю 2, а рассол у меня останется, и я тоже его использую. И покажу еще, как я заливаю эти баночки. В кружку набираю кипящего рассола. Немножко меньше, чем нужно. Ну, так, на глаз. Потом беру, вот здесь у меня в чашечке уксусная эссенция. Беру ложку чайную, сюда наливаю. И тогда выливаю сюда в банку. Сколько нужно, я доливаю. И потом закручиваю. Крышки у меня кипят сейчас. Вот я люблю кипящими крышками закатывать. Мне кажется, они тогда лучше как-то плотнее прилегают там все. Ну вот и последняя баночка. Сейчас немножко еще добавлю и закручиваю крышкой. Все, огурцы в порядке. Как только закручиваю банку, сразу несу ее под одеяло. Вот у меня здесь такие. И ставлю на полотенце. Полотенце голубого цвета. На нем очень хорошо видно, если протекает крышка. Вот уже меняют цвет огурчики. И как только они поменяют цвет, я сразу уберу эти покрывала все. Не буду держать их до полного остывания, там, ну, несколько часов под одеялом. Мне кажется, они перегреются и так не будут хрустеть. Вот они у меня постоят немножко дома без покрывала и унесу их в подвал прямо сегодня. У меня остался рассол 2,5 литра. Завтра я соберу огурчики. Они подрастут за ночь. Разложу их по банкам, залью их холодным рассолом. Сюда налью холодной воды и поставлю стерилизовать. Рабочий день завтра, как раз времени будет немного, а у меня уже готовый рассол. Банки еще горячие, но огурцы уже поменяли цвет. Сейчас я их унесу в подвал. А вам спасибо за внимание и желаю всем удачных заготовок!